На заседании координационного штаба обсудили и ситуацию с функционированием КТ в медицинских учреждениях страны, в частности, в Гудаутской больнице. Как известно, компьютерный томограф в ковид-центре перестал работать в середине лета. Как выяснилось, аппарат восстановлению не подлежит. Как сказал премьер-министр Александр Анквап, нужно будет изыскивать возможность приобрести новый КТ, а его стоимость не менее 60 миллионов рублей. Перспективы восстановить компьютерный томограф Гудаута нет. Этот томограф был мертвый, когда его сюда привезли. Он уже был с выработанным ресурсом. На датчиках этого томографа 19 тысяч часов. Он считается на 100% изношенным, когда там 8 тысяч часов. Мы никого не упрекаем. Вы меня спрашиваете, я обязан ответить, что и как. И трубку, которую поменяли в октябре 2020 года, эта трубка тоже была БУ. 2012 года, сам томограф 2008 года выпуска. Но покойника, извините, реанимировать невозможно в данном случае. Надо искать деньги, находить и покупать новый. С момента ввода в эксплуатацию компьютерного томографа в Гудаутском ковид-госпитале обследование прошли более 45 человек. Первыми проверили стационарных больных. С сегодняшнего дня мы уже более экстренных пациентов, они уже поступают, нам звонят, мы их тоже уже отсняли. То есть работу мы начинаем постепенно, никаких ограничений в количестве пациентов у нас, в принципе, как нам объяснили инженеры, нет. Все нормально, работаем.